и в Ташкенте плов фирменный. Кое-что сказать. Спросили у людей, что у мудреца, восточного мудреца, что такое счастье? Счастье, сказал Хамса. Что такое Хамса? Это рука, когда она такая. Она может быть не такой? Да, может быть не такой. Она может быть такой, Хамса. Что такое? Это проклятие. Это когда люди не понимают друг друга, когда люди не могут общий язык найти, любви нету. А что делать, чтобы он стал вот таким? Любовью, сказал мудрец. Один человек выйдет, и он поговорит с одним, с другим, с третьим, с четвертым. Общий язык найдет и сделает Хамса счастливым у всех. Уважаемый господин Ален Миллер, уважаемый Дмитрий Викторович, вы именно те люди, которые объединяете мир путем этой глубокой методики когнитивно-бихевиоральной терапии. И я хочу дать свою книгу. Это выпущено в 2020 году. Здесь собраны тесты Арона Бека. Я хочу подарить Институту Беку из Средней Азии. Первая книга выпущена и перевод сделан мною. Институт Бек от Средней Азии. Я могу так сказать, потому что Средняя Азия — это не только Узбекистан, это Таджикистан, это Казахстан, Центральная Азия, извиняюсь. Это Таджикистан, но мы много нас. И, пожалуйста, приходите к нам. Мы ждем, у нас очень вкусно кормят, очень древний народ и очень благородный народ. Приходите к нам, чтобы у нас тоже в Узбекистане был центр ассоциации когнитивно-бихевиоральной терапии. К сожалению, до сих пор это нету. Приходите к нам. Очень благодарна вам, что я здесь, и я могу выступать, ну, вы сказали 40, я одна из одна. Я одна приехала. Спасибо. Спасибо. Элина Лангова.